В эфире прогноз недели на Докоскопе ТВ. Со мной на линии Роб Прайс из ETM Analytics, чтобы сакцентировать внимание на важнейших событиях этой недели. В четверг состоится заседание Банка Англии по вопросам процентной ставки. Его результаты мы узнаем на следующей неделе. Что вы ожидаете? Учитывая все предрассудки Банка Англии в данный момент и то, что Британия циклично опережает определенные европейские страны, что заставляет инвесторов возлагать давление на Центробанк касательно пересмотра экономического прогноза, удивительно, что банк все же движется в обратном направлении. Именно это настроение мы ожидаем от результатов заседания, направленность чиновников в сторону мягкой политики. Пока лишь два члена комитета настроены на ужесточение монетарной политики. Принимая во внимание сильные экономические показатели США, как поведет себя американский доллар в течение следующих нескольких недель? Главными новостями по США станут оглашения PMI сегодня и NFP в пятницу, которые даже важнее PMI. Очевидно, что тренд мирового экономического роста остается неизменным. США лидирует по показателям роста. Если текущий тренд продлится, это отлично поддержит доллар. Инвесторы прогнозируют пересмотр прогнозов ФРС в сторону роста. Если ситуация не изменится, позиция доллара будет укрепляться, а именно эта валюта является главным драйвером мирового рынка активов. Что станет наибольшим влияющим фактором на рынках на этой неделе? Один момент мы еще не оговорили, это решение по процентной ставке Евроцентробанка. За этим событием будут пристально следить. Инвесторы уже включили в цены риск, что ЕЦБ может принять дальнейшие меры по стимулированию роста и поднятию уровня инфляции в регионе. Вероятно, шаги, предпринятые за последние несколько месяцев, недостаточны, чтобы повысить уровень инфляции в регионе. Инвесторам теперь нужно проанализировать влияние количественного смягчения на другие регионы мира, а там желаемые результаты не были достигнуты. Такая участь постигла как США, так и Японию и Британию, которая до сих пор борется со снижением уровня инфляции. Поэтому даже если ЕЦБ в полной мере развернет свою подобную программу количественного смягчения, хотя они ее так не называют, для того, чтобы повысить уровень инфляции, я практически не верю в то, что это принесет должные плоды. Стоит ли нашим зрителям обратить внимание на определенные валютные пары? Главной валютной парой я бы назвал пару доллар-иена. Она несколько утеряна из виду сейчас, но все же на неделе она станет важным инструментом. В прошлую пятницу Банк Японии заявил об увеличении объема выкупа активов. В то же время Пенсионный фонд Японии, который является самым крупным институтом по управлению активами, решил перераспределить активы больше в сторону зарубежа, избегая при этом внутренней облигации. Это явный признак того, что правительство Японии всеми силами пытается обесценить иену и повысить уровень инфляции. Это уже заметно сказалось на паре доллар-иена. Пара уже пробила некоторые технические уровни сопротивления, 110 прошлого месяца. Этот тренд может продлиться, а это уже значительная коррекция. Пара достигла максимального уровня за 6 лет. В ближайшие месяцы курс может вырасти даже до уровня 120-123. Этот тренд влияет на рынок активов. На прошлой неделе перед заявлением Банка Японии повысилась заинтересованность инвесторов в рисковых активах. А вот на рынках валют развивающихся стран и карри-трейдинга ситуация не была положительной. И все это происходило под влиянием пары доллар-иена. Поэтому за движением этого курса стоит следить на этой неделе. Роб, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, оставайтесь в Докоскопе ТВ.